Помадки для бровей в четырех оттенках. Русый, темно-русый, шатен и брюнет. В удобном формате. С одной стороны идет кисточка, а на другом конце сама помадка. С ее помощью можно без усилий оформить брови. Лимитированные палетки для бровей Эстрады содержат два оттенка теней для бровей и прозрачный воск для фиксации. С таким набором теней, воска, кисточки можно не докупать дополнительные средства для бровей, ведь все уже есть в этой палетке. Рассыпчатые пигменты для глаз бренда Эстрада станут отличным акцентом в вашем макияже. Их можно нанести сухой или влажной кистью, тогда цвет будет насыщенней, а для стойкости используйте праймер для век. В наличии в кокетке многофункциональные сияющие гели Эстрады. Их можно нанести в качестве жидких теней на веки, на губы в виде блеска или на скулы как жидкий хайлайтер. Сфера применения геля многообразна. Рекомендуем попробовать. Ухаживающие масла для губ от Эстрады с легким фруктово-ягодным ароматом и комфортной текстурой. Устраняют сухость губ, придадут блеска без липкости. В наличии в магазинах кокетка большой выбор средств для лица бренда Эстрада. Это прозрачная пудра, скульпторы, хайлайтеры, а также палетки трешки, где уже есть и румяный, и скульптор, и хайлайтер. Хайлайтер мелкого помола от Эстрады создаст естественное сияние кожи. Его можно нанести на выступающую косточку у скулы, на галочку над губой и даже на плечи и декольте. Представлен в двух оттенках – розовое и золотое сияние. С такими скульптерами от Эстрады невозможно переборщить. Они мягко растушевываются и дают натуральный холодный оттенок. Не рыжат и не осыпаются. Из трех оттенков вы сможете подобрать подходящий именно вам. Палетка, где уже есть хайлайтер, скульптор и румяна? Да, именно так. Все это есть палетки для лица Эстрады. Текстуры без пятен легко растушевываются кистью. Прозрачная финишная пудра Эстрады делает сразу несколько вещей. Во-первых, матирует кожу и фиксирует тональный крем, продлевая стойкость макияжа. А во-вторых, благодаря soft focus эффекту визуально выравнивает текстуру кожи. CC-крем от Эстрады имеет сатиновый финиш, обладает средней кроющей способностью и подстраивается под ваш тон кожи, а еще содержит SPF-защиту от ультрафиолета, выпускается в четырех оттенках, и вы сможете подобрать свой идеальный тон. Одиннадцатый оттенок CC-крема от Эстрад, самый светлый. Крем легко растушевать до невесомого покрытия. 12-й оттенок более темный, чем предыдущий, но также хорошо подстраивается под ваш тон кожи и легко распределяется. Оттенок 13 нейтрально-бежевый. Если хочется покрытия поплотнее, можете нанести тон кистью, но тон также легко наносится и пальчиками. 14-й оттенок более желтый, чем остальные. Подбирать оттенок лучше на нижней линии челюсти, максимально близко к шее. Так вы никогда не прогадаете с оттенком. Корректор и консилеры Эстрады. Таким персиковым корректором можно нейтрализовать синеву под глазками, а уже консилером доработать недостатки на коже и придать свежий взгляд. Такие консилеры Эстрад созданы для того, чтобы придать лицу свежесть. Их плотная пигментированная текстура легко скроет следы усталости, а светоотражающие частицы освежат взгляд. В магазинах «Кокетка» поступление новинок от Эстрады. Сахарные скрабы для губ с маслами. С
Скрабы бережно устраняют шелушение на губах и имеют разное воздействие на губы. Например, желтый с маслом макадами оказывает восстанавливающее действие. Такой розовый скраб для губ с маслом жожоба оказывает противовоспалительное действие на губы. Сиреневый скраб с маслом виноградной косточки дает интенсивное увлажнение губам. Голубой скраб с маслом ши отлично питает и увлажняет губы.